Руту Ринкевичюте, знаменитую пианистку, сегодня знают уже под другой фамилией – Бушкевиц. Родилась в Вильнюсе в семье известных музыкантов – Гинтереса Ринкевичуса, худрука и главного дирижера Литовского симфонического оркестра, и Татьяны Ринкевичине, руководителя хора «Русская классика» и бывшего руководителя Русского драмтеатра. Рута – пианист. С начала своей исполнительской деятельности выступала в дуэте со своей сестрой, скрипачкой Сауле Ринкевичюте. На протяжении всей своей жизни я занималась музыкой. И это с 5 лет, и это очень долгое время. Я была вся в музыке, в высоких материях, и только у меня родился ребенок, так же и вот просто началась другая жизнь. Я бы не сказала, что как бы я ушла от музыки и так далее, и что это моя жизнь. Сегодня Рута – счастливая мама и жена. Девушка активно занимается воспитанием малыша Матиаса, который внимательно и серьезно наблюдал за работой нашей съемочной группы. Он сразу дал понять, что для него самым лучшим развлечением на сегодняшний день является мяч. И не случайно. Папа Сандис – латвийский баскетбольный тренер. В Латвии сегодня, как показал последний чемпионат Европы, по этому виду спорта – настоящий расцвет баскетбола. В каждом возрасте ты думаешь, что ему интересно, например, да. Матиусу очень интересно вообще мяч. Он вообще, я не знаю, как вот ему вот даешь мяч, ему просто это самая лучшая игрушка на свете. У нас именно гены, потому что у папы он баскетболом всю свою жизнь занимался, поэтому у Матиуса он мяч просто у него самая главная игрушка. Сегодня Рута творчески подходит к обычным бытовым заботам. После рождения сына занялась игрушечным промыслом. Теперь Рута сама советует молодым мамам, какие игры развивают, а какие являются простым украшением. Главное, говорит девушка, не навредить. Сегодня на первом месте экология. Даже латыши покупают дерево у литовцев, чтобы сделать свои вот эти вот игрушки. Самое главное, так это вообще иногда хватает просто бутылку дать ребенку, чтобы он играл с ней, или там просто простые кольца. Очень хорошая игрушка. Или великий этот Юла. У нас супер проходит просто. Рута считает, что жизнь часто сама ведет человека по правильному пути. Надо только прислушиваться. Если мама стала ее профессией, значит, так нужно. Она и не скрывает, что в недалеком будущем у молодой семьи может появиться второй малыш. В 13 лет девушка дебютировала в качестве солистки с Литовским государственным симфоническим оркестром. Она лауреат международных конкурсов в Греции и Италии. Солировала в различных ансамблях на фестивалях в Литве, Латвии, России, Белоруссии, Германии. Ирина Высокович, Мартина Свицбелис, Первый Балтийский канал.